Что бывает, ничья у нас в матче метро Промеринова. 3-3, подводим итоги матча. Максим Чесноков, вот Промеринова, Егор Яковлев от метро. Макс, начнем с тебя. Ну, наверное, не знаю, верил, нет до последнего, что удастся отыграться. Что скажешь по горячим следам? Если честно, ну, надежда утекала, скажем так, к концу матча, потому что мы очень много не забили. Вот. В принципе, метро тоже не забили довольно много, но у нас просто мы и в первом тайме довольно простые мячи пропустили. И можно было и в первом тайме там 1-2 забивать. Ну, сегодня была такая игра на встречных курсах, я скажу, вообще без обороны и без, практически без центра поля, потому что мяч ходил от чужих ворот до других ворот очень быстро, очень много моментов, очень много ударов. Поэтому, ну, скажу так, наверное, все-таки счет закономерный. Если бы мы там в конце забили, то было бы вообще несправедливо, наверное, все-таки, потому что там и гол не засчитали у ребят чистый, мы реально признаем, но тут стоит как бы еще раз, наверное, подумать над внедрением либо ВАРа, потому что, ну, тяжело судьям, он стоял там со мной рядом, я думаю, я не видел, правда, и поэтому судья тоже, я думаю, что нет, не мог увидеть эпизод. Поэтому, ну, закономерный итог. Спасибо метро за футбол. Вот, спасибо за игру. Ну и приятно с Егором здесь в одной студии сидеть. Скажи, пожалуйста, как команда, да, вообще восприняла то, что было неделю назад? Понятное дело, что это всего лишь один матч, да. Лучше один раз так крупно поиграть, чем потом 5 раз там по 0-2, скажем. Это первый вопрос, да, как психологически было ребят настроить на этот матч? Ну и как в целом, да, в 10 утра игралось тяжело? Слушайте, в 10 на самом деле сейчас ребятам, кто дальше будет играть, мне кажется, будет глобально тяжелее, потому что, ну, я вот на бровке весь взмок, поэтому как там ребята бегают, я вообще не представляю. По поводу поражения, к сожалению, у нас такое не одно поражение, а уже два, поэтому да, понятно, что нужно забывать. Сегодня постарались с ребятами проговорить, что важно сыграть организованно. Мне кажется, метро одна из таких команд, которая берет организацией, в том числе. Поэтому, в принципе, я ожидал сегодня такой более закрытый футбол, если честно. Но получилось так, как получилось. Поэтому, ну, забыли, проехали. Сейчас нужно там последние матчи, очки добрать свои и, собственно, готовиться уже ко второму кругу. Егор, ты что скажешь по итогам этого матча? Справедливо ничья или нет? Окей. Слушай, ну, тяжело сейчас, конечно, горячую голову. Ничья. Ну, наверное, в таких матчах нужно все-таки дожимать, я считаю, соперника. Игра была наша, и Макс, конечно, верно подметил, что игра была такая на встречных курсах, без центра поля. Здесь важно сохранять холодную голову было и не лететь вперед, сыграть грамотно сзади. Мы, к сожалению, это сделать не смогли. Ну, в конце еще пустить могли. Ну, может быть, где-то с точки зрения там количества моментов где-то, наверное, и справедливый результат, но эмоционально как-то мне тяжело дается результат. Мне кажется, все-таки мы должны были дожимать. Так а что случилось? Команда просто расслабилась во втором тайме, бросила играть, так немножко, не знаю, соперник убаюкал. Или что произошло? Ну, у нас есть такая проблема, что мы второй тайм проводим хуже, чем первый. Во многих матчах эта тема была уже. Не знаю, может быть, где-то эмоционально подсаживаемся, вроде результат там есть, ведем в счете. Чуть-чуть слишком расслабленно, может быть, подходим к некоторым моментам. Ну, это потеря концентрации, да, что ты скажешь. Где-то, наверное, не хватило еще лидеров Дуды, Бруса. В центре, конечно, они бы добавили, потому что игра вот, ну, была без центра поля практически сегодня, к сожалению. Ну и, понятное дело, без руководителя, да, Андрей Петрович, что с ним, где ваш босс? Я не знаю, он расскажет, наверное, в следующий раз. Честно говоря, не в курсе. С бровки должен кто-то руководить командой. Это, ну, в Суперлиге невозможно играть без тренера, ну, без человека, который с бровки руководит заменами, игрой. Согласен, это тоже повлияло. Макс, ну и сегодня, наверное, как раз повлияло то, что ты был на бровке, да? Получается, команде как раз был необходим человек со свежим взглядом, чтобы как раз руководил игрой. Ну и что, почему ты сегодня был на бровке, а не на последнем рубеже? Опять же, решил немножко что-то на фарт поменять? Ну, во-первых, когда пропускаешь 12, потом задаешь себе вопрос, а, знаешь, этот, здесь ли я нахожусь и, ну, и помогу ли я там в следующем матче. На самом деле, как бы, здесь у меня просто
есть пару травм, может быть, скорее всего, там даже сделаю этот операцию, поэтому, может быть, там меня в какое-то время не будет, поэтому буду помогать, наверное, с бровки. Ну, посмотрим, короче, как сложится с точки зрения здоровья. Если честно, у меня на бровке просто настолько переклинивает, я, мне кажется, чрезмерно эмоциональный. Я, когда, собственно, еще приходишь немного с похмелья, я, ну, как бы потерял столько нервных клеток, мне кажется. Поэтому тяжело с бровки, тяжело там голову сохранять спокойно, мне кажется, на футбольном поле чуть попроще. Я бы хотел сегодня еще выделить ребят, новичков, которых мы заявили. Ребята очень сильно помогли, и им тоже большое спасибо. И Костя, и Андрей, и выделю еще Женю Петрова, конечно, он сегодня просто развернулся, дал хороший гол, я думаю, что этот что-то, литр пива подарить ему, или там что-то дарит. Вот, поэтому, ну, вроде как все. Еловских увидим через неделю. А там такая история. Я, если честно, не буду Саню подводить и рассказывать на камеру. Но вообще должен был сегодня быть, но... Отчислен. Живот скрутило. Ох уж эти сказки. Ну, посмотрим, может быть, если не уедет никуда, то постараемся, да, привести его на последнюю игру. Егор, как играл с против бывшей команды? Слушай, да спокойно, на самом деле. Старался как-то гасить конфликты, которые там на поле могли возникать. Там ребята что-то в какой-то момент завелись, там Антоха Серов с Ильей Балакиревым. Мне кажется, лишние эти эмоции были. А так, да нормально. В принципе, никаких отличий от других матчей для меня не было. Для меня, ну, не принципиальный соперник. То есть... Блогером доволен? Слушайте, я, если... Да, забивать он должен, но сегодня... Забил? Забил, но он сегодня молодец в плане того, что у нас очень много проходило на Илью. Здесь больше, как бы, сегодня, конечно, вопросы не к Илье, а ребятам, что под него тут не открывается. Ну и там последний он продавил хорошо, передачу отдал. Ну, короче, он может играть намного лучше. Если у него вот будет голова чистая от лайков, от сторисов, от всего остального, то вот ему цены бы не было. Поэтому ему просто нужно отключиться и футбол наконец-то играть, Илюх. Все, ладно, слишком много уже смеха, не буду задерживать. Спасибо большое. Егор Яковлев, Максим Чесноков были в студии «Ничья 3-3» у нас. Спасибо.